прифронтовой зоне находится съемочная группа CBC. О ситуации на данный момент расскажет моя коллега Эльмира Мусазаде. Здравствуйте, студия. Наша съемочная группа продолжает работать в прифронтовой зоне. Сейчас мы находимся в Гюрамбойском районе Азербайджана. Этот район сегодня подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В частности, военно-политическое руководство Армении в очередной раз доказало, что ставит своей целью дома мирных граждан, обстреливая мирные поселения, не относящиеся к какой-либо военной структуре. В частности, сегодня от артиллерийского обстрела погибла жительница Гюрамбойского района, а также массированному артиллерийскому обстрелу подверглось районное отделение полиции, где мы сейчас находимся. Мы можем видеть, как снаряд прилетел с этой стороны, от стены практически ничего не осталось, а комната находится в осколках. Обстрел начался примерно в 6 утра, сюда попал один снаряд, однако мы можем видеть, какие разрушения он нанес. Предположительно, по предварительной информации, обстреляли из миномета 120-миллиметрового. Обстрел, как я уже сказала, начался в 6 часов утра. К счастью, никто не пострадал. Наша съемочная группа продолжает работать в прифронтовой зоне и продолжает передавать самую оперативную информацию.